Всем привет, с вами магазин LittleShop.ru. Сейчас рассказ пойдет про газовый резак компании Икаве, модель КТ-2912. Я его, к сожалению, не смог распечатать, точнее, не стал распечатывать. Ну, в принципе, можно и как рассказать про него. Разработан данный газовый резак специально для кулинаров. Вот здесь указано, что там про шеф, там для поваров. Отличается тем, что у него есть встроенная система дополнительной настройки пламени. То есть, кроме того, что вы регулируете подачу топлива, вы еще можете саму форму пламени регулировать при помощи вот этой крутилки, здесь она имеется, чтобы лучше подстраивать свое пламя. Затем у него также имеется здесь дополнительный подогрев топлива. Это сделано для того, чтобы вы могли вращать баллон и работать с разных сторон. То есть для кулинаров это, в принципе, довольно важный параметр. Также этот резак отлично будет выполнять любые технические работы. Это как будь то спайка там какая-то, разогрев каких-то деталей, еще что-то подобное. В принципе, он и подойдет в походе где-то для разжигание того же костра или где-то на отдыхе вы можете с помощью этого резака отлично разжечь угли там в мангале или еще что-то подобное. Затем у него есть в комплекте подставка. При помощи этой подставки можете закрепить баллон, зажечь, как бы, и будет довольно надежно у вас, устойчиво все это дело стоять. Имеется вмонтированный здесь пьезоподжиг, при помощи которого легко и непринужденно вы сможете разжечь ваш газовый резак и работать с ним. Это был Икаве КТ-2912 газовый резак компании Икаве, еще расскажу. С вами был магазин LittleShop.ru. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.